командами Ю-16 и Ю-17 провели утреннее тренировочное занятие в зоне спорта парка Краснодар. Ребята прошли полосу препятствий с очень интересными заданиями, упражнениями, которые развивают силу, выносливость, которые также развивают ловкость, координацию, смелость. Я думаю, это было им интересно проверить себя, попробовать что-то, какие-то новые, необычные для них упражнения. Позанимались, попробовали тренажеры уличные, которые можно поработать тоже всевозможные группы мышц, плюс кардиозона, плюс поиграли в тейкбол и стритбол. Сегодня у нас было пробное занятие, мы попробовали все тренажеры, попробовали полосу препятствий, и я думаю, что это было бы хорошо на регулярной основе, раз в какое-то время с юношескими командами приходить сюда, использовать эту классную зону, плюс добавить пляжный футбол, пляжный волейбол, и можно устраивать очень интересные, полезные для юных футболистов тренировки на свежем воздухе. This is only the beginning.